И что, только сел, одну сороженку поймал. Кто-то подошел. Такие штучки приходят, материал такой упаковки. Вот взял, вырезал как подставку, легкая, если даже потеряется, не жалко, простая, без пособа, рекомендую, вырезается ножом. Вот это увереннее, конечно. Без летней рыбалки. Ну вот и эта удочка обрыбилась. Дома сегодня, вчера вернее, привязал вот такую мормышку. Будем смотреть. Это раз, два, три метра, наверное, сегодня, с какой глубины мы таскаем рыбу. Угостимся, чем Бог послал. Бог послал нам коржичек.
Ой, корочек, говорю, пряничек шоколадный. Вкусно. А я вам что говорю? Такая мормышечка, видите, с глазиком таким. Пойдем посмотрим, чем занимаются друзья, товарищи. Так, и что у нас тут батарейки хватает? Снимать, снимать. Вроде снимает. Так. Рыбнадзор. Сколько штрафу? Вообще. Ну как, нормально себе? Балансир, один ударчик был, все. Так, ну вот, отметим мы шашлычком сегодня последний лед, да? Вот тут такое побоище, смотрите. И извращенец разбрасывает рыбу по льду. Я понимаю, ершей и окуней. Сорогу-то мог бы собрать. Она же завялится. Андрюхе отдай, он. Я такую не вялю. Нет, такая хорошо, знаешь, как вкусно. Нет, ну такую жарить хорошо. Ну, ладно, скоро будет готово, да? Бабушка, приду к вам на чаек. Я уже сегодня за рулем, поэтому вот эти дежурные стопки не для меня. Смотрите, солнечный день. Мы тут практически одни. Вот, Андрюха что-то поймал. Вытащил.